практически боюсь воды. Thank you.
Скажите, вот что сегодня было за мероприятие, какие у вас планы и что ждет как Кингисеппский район, Ивангород, Нарву? Можете как-то пояснить? Да, конечно, мы проводим третий раз экомарафон. И вот сегодня у нас было в связи с известной пандемией, сегодня первое оргсобрание, оргстреча по поводу третьего экомарафона. Третий экомарафон у нас планировался в различных аспектах. Но вот пандемия вносит свои коррективы. Во-первых, мы его немножко сдвинули, у нас обычно в июле проходит. Сейчас в июле будет проходить детский экомарафон. Вот в лагере «Рассонь» будет проходить по тем же направлениям «Экоспорт», «Экоарт» и «Эколаб», где приедут художники питерские, «Митьки», где будут гонки окрыленных, будут различные много мероприятий, уже знакомых ивангородцам. Но мы думали о новом формате. Вот этот новый формат, он привлечен тем, что все-таки река Нарва должна пропагандировать водные виды спорта. И находясь рядом с такой грибной страной, как Эстония, мы не могли пройти мимо грибных видов спорта. И вот сегодня была встреча, посвященная тем водному экомарафону, который инициатором выступил Ивангород, но в рамках проекта у нас есть еще другой ассоциированный партнер, это городское управо Нарва. И мы надеемся, что в следующем году Нарва примет наш вызов и ответит таким же водным экомарафоном, как и мы сейчас провели. Мы попробовали пройти, и старт это дал глава Ивангорода Александр Владимирович вместе с координатором проекта Ивангорода Волковой Мариной Валентиновной на байдарках. Они прошли первые золотые 5 километров от променада Ивангородского до Золотого пляжа на байдарке. Но мы надеемся, что вот эти первые 5 километров дадут возможность нам собрать 5000 участников и сделать грибной водный марафон одним из самых крупнейших в Европе. Он будет стартовать, скорее всего, в конце августа, начале сентября. Время сейчас уточняется. И мы надеемся, что на этот праздник смогут приехать большое количество любителей водных видов спорта. Это может быть байдарка, это могут быть каноэ, это могут быть любые плавающие средства, которые пройдут по реке Нарвы от моста Дружбы, который соединит нас вместе, до устья Нарвы. И, может быть, мы закончим это в Усть-Луге, а наши партнеры эстонские ответят экомарафоном и завершат его в Усть-Нарве. Наверное, это будет символично. Мы ждем всех ивангородцев и кингисеппцев, и вообще всех любителей водного вида спорта посетить замечательные, очень красивые места. Нам неизвестно, и самое главное, что именно в этот день вы только можете пройти по реке Нарве. Она станет доступна в судоходном режиме для огромного количества любителей водных видов спорта. Любителей воды и любителей реки Нарвы, которой мы являемся тоже. Ждем вас!